Доброе утро. Вы смотрите новости на Катунь-24 в студии Елена Самарина. Начнем с главных тем. Сегодня в Барнауле перекроют две полосы нечетной стороны улицы Аванесова. Причина – ремонтные работы на коллекторе. В Павловском районе уже наполовину закончили ремонт дороги Урожайный Стуково-Новые Зори. Приближается последний месяц лета. А это значит, что пора запасаться грибами и ягодами на весь год. Об этом и не только в выпуске. Сегодня в Барнауле перекроют две полосы нечетной стороны улицы Аванесова. Причина – ремонтные работы на коллекторе. 21 июля в районе дома номер 108 произошла коммунальная авария. Повреждения устранили, однако решили еще раз обследовать канализационный коллектор. И в результате нашли еще одно – в районе дома по адресу Аванесова, 125. Будут проведены работы по восстановлению работоспособности канализационного коллектора диаметром 700 мм. Восстановим целостность верхнего свода, произведем обратную засыпку, ну и, соответственно, восстановим благоустройство, асфальтировку. В Павловском районе уже наполовину закончили ремонт дороги Урожайный Стуково-Новые Зори. Обновляют ее по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Трасса не ремонтировалась более 20 лет. Ее протяженность 10 километров. Полностью готовы уже 5. На них обновили асфальтобетонное покрытие, отремонтировали водопропускные трубы, укрепили обочину и нанесли дорожную разметку. В некоторых местах пришлось расширять трассу до положенных 7 метров. Недавно в Павловском районе отремонтировали еще 3 дороги общей протяженностью 7 километров. Второй год подряд у нас действительно рекордные объемы работ. Об этом говорит и губернатор Алтайского края Виктор Петрович Томенко. Второй год подряд дорожная отрасль получает порядка 22 миллиардов рублей. Поэтому это планировалось заранее. Поэтому благодаря поддержке правительства, особому вниманию дорогам Алтайского края, учитывая, что у нас самая протяженная дорожная сеть, по-другому нельзя. Дорога Урожайный Стуково-Новые Зори – дублер федеральной трассы. Она не только соединяет поселки, но и подводит к крупным предприятиям и садоводствам. На ремонт выделили 150 миллионов рублей, а закончить его планируют к концу лета. Косметический ремонт завершают в Алейской общеобразовательной школе-интернат. В этом году ей 60 лет. Здесь учатся и живут дети с ограниченными возможностями здоровья. Кроме базовых школьных знаний, они получают профессиональные навыки. Могут пройти обучение на швею, столяра и маляра. Это приобретение станков, дорогостоящих станков, которых, к сожалению, у нас не было его теперь. Они у нас появятся, и дети более углубленно начнут изучать предмет столярного дела, штукатурно-малярного дела. У нас в школе преподается предмет по направлению младший обслуживающий персонал. То есть это востребованные профессии после окончания нашего образовательного учреждения. Помимо станков и специальной техники, школа приобрела особое оборудование для комнаты психологической разгрузки детей. Она нужна, чтобы помочь ребенку успокоиться. Оборудовано два кабинета. Первый кабинет – это учебная зона для занятий с ребятами. Чаще всего мы работаем над развитием интеллекта, внимания, памяти, воображения. Эмоционально-волевая сфера у нас вот в этом кабинете коррегируется у ребятишек. Это комната психологической разгрузки. Здесь поступило у нас новое оборудование. Мы заменили то, что имелось, и обновили, можно сказать. Оно стало лучше, эффективней, и программное обеспечение более насыщенное будет у нас. В комнату психолога купили сенсорный экран для работы с ребятами, сухой бассейн с шариками для успокоения нервной системы ребенка и интерактивную песочницу. Добавлю, что на закупку техники из федерального и краевого бюджетов выделили более 7 миллионов рублей и еще 5 миллионов для проведения ремонтных работ. Сегодня косметический ремонт школы завершен. Осталось расставить новую технику, мебель и дождаться детей. Все работы будут закончены к середине августа. Более 100 миллионов рублей направили на установку нового асфальтобетонного завода в Рубцовске. Она оснащена современными системами фильтрации с низкими выбросами пыли и газов в атмосферу. Производительность завода 160 тонн в час. При таких объемах он будет обеспечивать асфальтобетонной смесью значительную часть дорожных объектов края.
А я продолжу. Алтайское предприятие производит костюмы для скрытия человека от тепловизоров. Научно-техническое объединение «Лазер» производит одежду для защиты военнослужащих от тепловизоров, установленных на прицелах стрелкового оружия, а также на беспилотных летательных аппаратах. Компания получила все необходимые заключения профильных структур Министерства обороны, подтверждающие характеристики продукции. Приближается последний месяц лета, а это значит, что пора запасаться грибами и ягодами на весь год. Мы провели опрос на улицах Барнаула, чтобы узнать, готовятся ли жители краевой столицы к концу сезона. Еще нет, не успели. Ездили за грибами, расскажи, что мы там... Ездили за грибами, нашли всего 5 грибов, потому что очень влажно было. Даже не чувствовали леса. Делали компот вчера, 4 банки, 5 банок и банку огурцов, все. Да, мы планируем съездить за грибами, вот как пойдут дожди такие, и будем закатывать баночки. Я работаю на даче и буду делать заготовки на зиму, как и всегда. Получилось так, что я живу на районе гора вообще, и, по сути, рядом с лесом и живу. По сути, я даже вышел из дома, нахожусь сразу в лесу и пошел собирать грибы. Вот так. У нас в огороде ягоды растут, поэтому все нормально. Ягоды готовим, веники тоже. На базар сходила за ягодкой. Пока не ездила никуда, но думаю, что за опятами поеду с сыном. Завтра в селе Мамонтово впервые состоится народный ягодный праздник «Попробуй понравиться». Зрители увидят костюмированное шествие, а на рынке «Все из ягод» представят кулинарные шедевры и выставки-продажи. Для гостей и посетителей праздника пройдет ягодное ГТО с народно-спортивными играми и забавами. В парке на танцевальной площадке состоится ягодный этно-коктейль, дефиле в национальных костюмах, ягодная дискотека. Завершится праздник салютом в 23:00. Бригада станции скорой медицинской помощи Бийска приняла роды по пути в больницу. Вызов поступил утром. Медработники приехали уже через 7 минут. По дороге в больницу у 24-летней жительницы села Сростки начались стремительные роды. Распаковав акушерский набор, фельдшер и медсестра начали незамедлительно принимать роды. Поступил вызов в 4:33. Мы выехали, 4-е роды, скорые роды. Приезжаем, девушка выходит уже без схваток, уже их и не было схваток у нее, то есть потуги. Сели в машину и поехали. Родили девочку маленькую, черненькую, закричала. В 5:09 родили и до роддома доставили. И мамочку здоровую, и ребеночек плачущий, кричащий. Я-то их не вижу, я-то за рулем. Ехали, говорю. Был один, приехали двое. Роженица поделилась. Девочку назвали Кирой. Всем телеканалам желаем крепкого здоровья маме и дочке. Международной летней детской деревни Алтай в детском лагере отдыха «Юность» завершилась юбилейная 30-я смена. 10 дней там отдыхали и учились новому почти 500 подростков. Программа смены объединила детей и молодежь разных национальностей, культур и дружественных стран. Перед участниками смены выступили более 200 экспертов Алтайского края. Лучшие педагоги, преподаватели вузов, представители органов власти, предпринимательства, спорта, медицины и культуры. И в конце выпуска о спорте. 31 июля в Барнауле в 7-й раз стартует турнир памяти Геннадия Смертина. В нем примут участие свыше 100 юных футболистов со всей России. Для участия в турнире пригласили футболистов 2012 года рождения. Они представят 8 команд из Ульяновска, Великого Новгорода, Барнаула, Республики Дагестан, а также футбольного клуба «Спартак Юниор» из Новокузнецка, спортивных школ «Темп» и «Полимер» и футбольного клуба «Алтай». А к этому часу у меня пока все. Еще больше новостей найдете на нашем официальном сайте katun24.ru. Спасибо, что были с нами, и не переключайтесь.